наш офис. Мы очень рады. Итак, друзья, сегодня будем говорить с вами о плодах реформации. У меня в руках то, что называется 95 тезисов, которые Мартин Лютер много лет назад прибил на дверях церкви, в которой он служил. И я хочу, чтобы мы осознавали, что мы сегодня живем в тот год, в котором весь христианский мир отвечает 500-летие с этого события. 500-летие со дня реформации. 31 октября мы вместе с вами будем праздновать это замечательное событие, которое произошло много лет назад. Поговорим сегодня с вами о том, как происходила эта реформация, и о том, каковы предпосылки были, что было после этого, и о том, каковы плоды реформации, которые мы с вами сегодня унаследовали. Давайте остановимся немного на историческом контексте. Мартин Лютер, он был лютеранским, он был, точнее, уже после было лютеранство, да, он был священником, просто священником, католическим священником и монахом. Он находился внутри системы. Это не был человек, который был извне, с улицы, но он знал все изнутри. И находясь внутри церкви, служа людям, он одновременно с этим испытывал очень жуткое осуждение от чувства собственной греховности. Я не знаю, кто-нибудь из вас переживал что-то подобное или нет. Наверняка, если вы в церкви, в Доме Божьем, если вы слушаете Слово Божие, значит и в вашей жизни были моменты, когда вы чувствовали, что вы нуждаетесь в прощении и в милости нашего Господа. Интересно, я однажды был свидетелем одного диалога, это было в поезде. Два мужчины разговаривали между собой, и один из них спрашивает: «Ты кто?» Он говорит: «Я священник». И мне было очень интересно, я сразу превратился весь вслух и во внимание. И тот говорит: «А, священник, напрягся так». Он говорит: «Я хотел, чтобы мы с тобой выпили». Он говорит: «Да ты не напрягайся, вот ты кто?» Он говорит: «Я водитель». Он говорит: «Ну вот ты отработал, приходишь домой, и ты же обычный нормальный человек, разве не так? Ты же пьешь, гуляешь, живешь, как обычный мужчина, разве не так?» Он говорит: «Ну да». Он говорит: «И я так же. Ну, я только священник. Я отслужил, прихожу домой, и я живу просто обычной жизнью, как и все другие люди». Вы знаете, мне было просто жутко от того, что я услышал. Самое интересное, что в те годы средневековья Мартин именно это и видел. Он видел, что священники, они не живут так, как они учат. А он видел двойную жизнь, он видел игру и подтасовку, он видел, что здесь все вокруг денег, здесь все вокруг того, чтобы манипулировать умами людей, а на самом деле они не живут такой жизнью. И Мартин имел этот страх, который мучил его. Он пытался что-то сделать такое, чтобы Бог простил его, чтобы пережить эту благодать, прощение и милости Божией и уверенность в вечной жизни. Но он никак не мог освободиться от этой угнетенности. Он пришел к своему духовнику, и он говорит: «Что мне сделать? Я мучаюсь, я разрываюсь внутри. Вот все это внутри меня просто разрывает. То, что я вижу, то, что я слышу, и состояние моей души». Духовник сказал ему: «А ты читал молитву «Отче наш»?» Он говорит: «Да я читаю ее каждый день». «А молитву Богородицы читал?» «Читал». «Ну тогда возьми 40-дневный пост, и каждый день читай молитву Богородицы, и каждый день читай молитву «Отче наш», и ты обретешь мир и покой в своей душе. С тобой все нормально вообще-то, Мартин, не переживай, потому что ты же священник, и у тебя не может быть ничего плохого». Через 40 дней Мартин снова встретился с ним, и духовник спрашивает: «Ну что, помогло?» Он говорит: «Нет. Я постился 40 дней, я каждый день молился, я каждый день обращался к Богу, и у меня все то же самое состояние, как было раньше». Тогда духовник сказал: «Знаешь, Мартин, я знаю, что тебе поможет. Тебе нужно пойти в Рим, и тебе нужно идти, вот не взяв с собой никаких денег, никаких продуктов, ничего, идти в самое трудное время года, иди зимой, иди, просто чувствуй вот эту трудность дороги, иди пешком, иди долго, иди в постах, иди в молитвах, изнуряя себя. И когда ты придешь в Рим, ты найдешь там лестницу, и на этой лестнице тебе нужно подняться наверх, поступать
ступеням, на каждой ступени останавливайся и на каждой ступени 40 раз читай молитву Богородицы и 40 раз читай молитву Отче наш. Плачь, сокрушайся, смиряйся, чтобы Господь простил твои грехи. И когда ты поднимешься наверх или еще посередине, ты ощутишь милость прощения. Мартин так и сделал, когда он добрался до Рима, и вместе с ним уже образовалась целая группа паломников, которые пришли туда, истощенные, уставшие, в посту и молитве. И вот Мартин поднимается, на каждой ступени он останавливается, на каждой ступени он 40 раз читает молитву Богородицы, на каждой ступени он 40 раз читает молитву Отче наш. Он плачет, он целует эту ступень, он просит: Господи, убери от меня страх ада, я не хочу попасть в ад, я чувствую свою греховность и пустоту. Я не знаю, что мне делать. Господи, помоги мне. И он потом поднимается выше на следующую ступень. И потом еще на одну ступень. И потом еще на одну ступень. И на каждой ступени, поднимаясь выше, он оплакивает свою греховность и просит милости и прощения. Поднимаясь выше и выше, состояние пустоты не уходило. Состояние тяжести и обременения не покидало его. Но как позже Мартин напишет о себе в своей биографической книге, он описывает момент откровения следующим образом. На очередной лестнице, когда я лежал там в слезах и целовал ее, чтобы угодить неведомому Богу, страшному, которого я очень боялся из-за своей греховности, и повторял слова молитвы снова и снова, вдруг в моем сознании всплыл стих из Библии, который я, впрочем, слышал раньше и знал его, но никогда не видел так. Это был стих из послания к римлянам апостола Павла, 1 главы 17 стиха. И там написаны такие слова: «В нем», то есть в благовествовании, то есть в Евангелии, «открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Мартин Лютер вдруг почувствовал, что он не может угодить Господу. Что бы он ни делал, он дошел до истощения, он дошел до крайности. Он работал на то, чтобы пришла радость в сердце его, чтобы ощутить прощение грехов. Но у него ничего не получилось. И он вдруг ощутил, что человек не способен заработать прощение и милость Божию. Он осознал, что Бог не является карающим, а прощающим Богом. В первую очередь Бог бежит, спешит, чтобы простить и помиловать человека, а не наказать его. И тогда в какой-то момент Мартин поднялся, улыбнулся и сказал: «Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю то, что я знаю. Я знаю, что его благодать меня простила». Он вернулся домой. И когда он вернулся домой, он продолжил служить в своем городе Виттенберге, в своей церкви. Он продолжил служить священником. Помните, что он был священником, он был также профессором в университете, и он был монахом, он продолжал проповедовать. Но произошли какие-то перемены с ним. Почему-то так много людей стали приходить, чтобы слушать его проповедь. Его проповедь отличалась от проповеди других священников. Все говорили на латыни, все читали литургию. Но Мартин, отчитав положенную литургию, обращался к людям на немецком языке, который был понятен всем присутствующим, и объяснял, о чем он только что сказал на латыни. И он был каким-то веселым. Он не был тяжелым и удрученным. Вот это казалось религиозная система, которая давила на людей, как будто бы он был не подвластен ей. И Мартин продолжал служить дальше. Но в те годы как раз было очень много отклонений от истины. Был человек по имени Тецель, который был монахом доминиканского ордена. И этот человек поставил перед собой задачу и цель собрать средства, чтобы построить храм святого Петра в Риме. И он ходил по всей стране Германии, собирая финансы, собирая деньги. И в те годы возникла пословица: «Монета в кружке лишь зазвенит, вон из чистилища душа летит».
Люди жертвовали из-за страха попасть в ад. Выстраивались даже иногда целые очереди. Много людей было, когда Тецель обращался к населению и говорил, что вы будете гореть в аду, если вы не искупите своих грехов. Этот человек торговал индульгенциями. Мартин Лютер, наблюдая за ним и его команду, которые ходили по всей стране и собирали деньги, однажды подошел к нему и сказал: «Доколе ты будешь продавать благодать Божию за деньги?» Обратите ваше внимание, что это была беседа двух священников. Они знали доктрину, они знали Библию, они говорили на латыни. Это не была беседа просто обычного уличного человека и другого монаха. Они оба были образованными. И он говорит: доколе, ведь благодать Божия дана людям бесплатно. Что ты здесь устроил? Зачем ты деньги берешь у людей? И, конечно, когда Мартин начал противостоять открыто этому и говорить об этом громко, доходы стали падать. Тогда Тецель написал папе, что здесь какой-то монах возмущает народ своими речами. Знаете, друзья, индульгенция была очень интересная штука. Это была бумажка, на самом деле, просто бумажка, на которой было написано, что твой грех или такой-то грех искуплен, ты заплатил за него, и ты не попадешь в ад. Знаете, человеку мало было просто принести деньги и заплатить, и услышать. Он хотел бумажку, поэтому Тецель писал и раздавал эти бумажки, взамен получая деньги. Грех прощен. И когда человек шел домой с этой бумагой и читал, здесь написано, грех, там, допустим, воровства прощен. И, знаете, человеческий разум, он думает: прощен, я пришел, принес деньги за то, что я согрешил, украл, и вот я получил прощение, я не буду гореть в аду. А что, если я заплачу и согрешу, но я избавлюсь от моего соседа, который просто достал меня уже? Таким образом, человек, к примеру, приходил и спрашивал у продающих индульгенцию, сколько стоит убийство. Ему называли там, условно говоря, какую-то сумму, там, допустим, $1000. Он платил, шел с этой бумажкой, убивал своего соседа, ложился спокойно спать, читая свою бумажку, что он заплатил за грех убийства, и думал, что он никогда не попадет в ад и не будет отвечать за этот грех. Однажды Тецель продавал индульгенцию, и к нему подходит человек и спрашивает: «Ну что, могу ли я выкупить свой грех?» Тецель говорит: «Какой твой грех, грешная душа?» Он говорит: «Я разбойник. Я напал на человека и отобрал у него, деньги отобрал у него, ограбил его». Тецель отвечает: «Ничего страшного. Вот столько гульденов ты заплати, и я продам тебе индульгенцию». В тот же день Тецель, когда шел домой, после всего с банка с деньгами, этот человек подбежал к нему, ударил его по голове и забрал деньги. Тецель в ответ кричит: «Эй, бандит, ты что творишь? Ты у святого человека деньги забрал, Бог накажет тебя!» А этот в ответ говорит: «Подожди, вот бумажечка, которую я купил у тебя, Бог меня не накажет. Я уже заплатил за этот грех, ты мне продал индульгенцию». Друзья, поймите, вот это злоупотребление, оно было не только в Европе, злоупотребление было также и в церкви. Только вдумайтесь, в XVI веке, в период Ивана Грозного, Иван Грозный родился в 1530 году, во времена Ивана Грозного, однажды в один день ему пришла мысль, он захотел собрать всю Библию, вся Библия, 66 книг, 39 книг Старого Завета, 27 книг Нового Завета. И для того, чтобы собрать полностью все издание Библии, он дал распоряжение пройти по всей стране, бросить клич и собрать всю Библию. И вы будете удивлены, оказывается, в середине XVI века у нас в России не было полного издания Библии. Были какие-то книги Старого Завета, их было много, были книги Нового Завета, были некоторые послания апостола Павла, Деяния апостолов, но Библии целиком, полностью в дни Ивана Грозного не смогли
собрать. А те книги, которые были собраны, там была другая проблема, потому что Библия была переведена на церковно-славянский язык еще Кириллом и Мефодием в IX веке. А люди к XVI веку, к середине XVI, уже не понимали в большей своей степени этот язык. И как в такой церкви могла быть донесена истина о Боге любви, об Иисусе Христе, который думает о человеке, который отдал свою жизнь ради тебя и меня, когда была полная безграмотность. Друзья, Мартин Лютер совершенно не думал о том, что он будет революционер или реформатор какой-то. Однажды он решил написать те тезисы, с которыми он не был согласен в той существующей церкви. Помните, он был священником, и он служил, и каждое воскресенье ему нужно было говорить проповедь. И он пришел к пониманию, что ему нужно вернуться к 66 книгам Библии, и он хотел подискутировать на эту тему с разумными людьми. Если можно, вынесите дверь. Я хочу показать, как это было. Он написал 95 тезисов. Написал на латыни. Он написал те вопросы, с которыми он не был согласен. На самом деле он хотел просто подискутировать и поговорить с людьми об этом. В воскресенье утром он встал и он пошел в свою церковь. Перед входом в церковь он посмотрел на дверь и решил, что нужно все-таки прибить эти тезисы, чтобы потом, в другое время, когда закончится служба, он мог бы поговорить на эту тему. Мне кажется, там были не такие гвозди. Это же не распятие. По-моему, там были какие-то маленькие, думаю, кнопочки, скорее всего. Но в любом случае, вот такие тезисы он прибил у себя на двери входа в храм. Обычная церковь в Германии, обычный священник прибил и пошел, открыл дверь и пошел себе туда, в храм, служить. Пока он служил всю литургию, народ-то идет в храм. Приходит утром, это что такое? И смотрят. И тут один стоит, говорит: «Франк, посмотри, это же написано на латыни. Мы же немцы не понимаем латынь. Франк, ты знаешь что-нибудь?» Он: «Падродель, о, я не понимаю, что здесь написано». Он: «Слушай, а ты понимаешь, нет?» Он говорит: «Да тоже я не особо понимаю». «Что это значит? Ну пойдем в храм, то есть время же богослужения». И они шли в храм. Но тут же подошли другие люди, подошли ученики Мартина. Помните, что он был профессором в университете, и он преподавал Библию, которые знали латынь. И они сказали: они начали читать. Франк говорит: «Смотри, тут 95 тезисов, это я понял, а что остальное, не знаю». Они начали читать, и один из них говорит: «Слушай, как это интересно, вообще, какие вопросы? Оказывается, чистилища в Библии нет. Смотри, как он говорит. Он говорит, что а точно ли есть чистилище, где это написано? Оказывается, после смерти человек не попадает в чистилище, где его чистят, а потом он все равно спасен. Оказывается, он сразу предстает пред Богом. Оказывается, в Библии мы нигде не находим, что нужно поклоняться святым. И что между человеком, человеческой душой и Богом есть еще некие святые, прослойка, которые просто ходатайствуют за нас». Другой из них говорит: «Слушай, надо переписать это». И они начали переписывать. Они переписали все 95 пунктов. Им было очень интересно. На самом деле, знаете, в истории есть такие удивительные моменты. Я уверен, что если бы вы спросили в тот день Мартина: «Мартин, ты осознаешь, что ты сделал?» Это было 31 октября. «Ты осознаешь, что ты сделал?» Он бы сказал: «Нет, я совершенно не хотел никакой революции. Я не хотел ничего сделать. Я хотел подискутировать. Тем более, что это написано на латыни. Для простого человека это непонятно. Я хотел, чтобы умные люди, читающие на латыни, пришли со мной и поговорили со мной о проблемах в церкви. Что же происходит в нашей церкви? Какие злоупотребления здесь?» Вот и все. Знаете, так бывает иногда.
В истории было так. Иногда некоторые события, которые в тот момент кажутся совсем простыми и незамеченными, спустя некоторое время, они оказывают ключевое влияние на историю и поворачивают ее вспять. Однажды, когда была война в Америке между севером и югом, Авраам Линкольн проснулся утром и сказал: надо придать какое-то значение нашей войне. И за завтраком быстро написал декларацию освобождения рабов. Просто за завтраком написал, быстро пару минут потратил на это. До сегодняшнего дня в музее под стеклом хранится эта декларация. Он даже не осознавал, насколько это важно, насколько это сработает вообще, насколько это как выстрел просто перевернет все. Декларация освобождения рабов. Так и Мартин прибил, он даже не осознавал, что это произведет. Но ученики его стали переписывать, и стали обсуждать везде, по всей Германии, эти 95 тезисов. И спустя некоторое время вся Германия уже говорила и гудела об этом. Шел 1519 год. Мартина вызывают на беседу с некоторым Иоганном Эком. Иоганн Эк был представителем католической церкви, который был направлен для того, чтобы усмирить этого монаха. Иоганн в споре с Мартином провел много времени, и они ни к чему не пришли. Мартин все время ссылался на Библию и все время задавал один вопрос: где это в Священном Писании, в то время, когда Иоганн апеллировал к святым, ко снам, к высказываниям разных людей. И Мартин сказал ему: я отрекусь сразу от всего того, во что я верю, если только вы мне сможете показать это на Библии. Все ваши аргументы основаны на преданиях, на соборах, на том, что сказал некто, будучи человеком, но не на Библии. Иоганн вернулся ни с чем и сказал, что с Мартином нужно более серьезно разговаривать. Потом через год, в 1520 году, Мартина пригласили в город Вормс, где на заседании присутствовал сам император Карл V. Он должен был сидеть и смотреть за всем процессом. Императору совсем не нужны были какие-либо волнения в его империи. Поэтому он поддерживал папу римского, чтобы усмирить этого монаха. Конечно, Мартин готовился к тому, чтобы дискутировать на богословские темы и разбирать вообще, что говорит Писание. Но никакого диспута не было там. Представьте себе, когда Мартин, монах, вот в этой робе с веревкой, заходит туда, в тот зал, где сидит сам император, где присутствует папа римский, где прелаты римские или другие люди, которые имели власть, у которых огромное количество влияния, денег, силы, авторитета. И вот они сидят здесь, и Мартин стоит перед ними. И ему было предложено просто отречься от всего, во что он верил. К тому времени он написал несколько трудов, и они приготовили его книги и как контраргумент сказали: вот твои труды, отрекись от всего этого, иначе будет хуже. Мартин стоял перед ними, император, поддерживающий папу, заявил, что если ты этого не сделаешь, то ты очень сильно пожалеешь об этом. Пришло время ответить Мартину, и вот что он сказал: поскольку Ваше Величество и вы, государи, желаете услышать простой ответ, я отвечу прямо и просто. Если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными доводами разума, ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу, совесть моя связана со Словом Божиим. Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, потому что нехорошо и небезопасно поступать против Писания и против совести. На всем стою и не могу иначе, да поможет мне Бог. Стоит монах, ни связи,
ни влияния какого-то, ни денег. Император, вся римская власть, папа римский. До него всех парней таких сжигали на кострах. Он прекрасно понимает, что будет в будущем с ним. И он, он смиренно говорит: я не могу иначе. На сем стою и не могу иначе. Друзья, иногда мы с вами думаем, что мы одни. Ты, может быть, даже среди родственников, родных, близких. Иногда тебе трудно сказать, что ты христианин. Ты борешься, говорить, не говорить, да, нет, да, нет. Мартин, глядя в лицо практически смерти своей, говорит: отречься не могу и не хочу. На сем стою и не могу иначе, не могу сдвинуться со священного Писания. Друзья, его отпустили, он ушел. И в ту же ночь, когда он шел домой, напали на него люди и увезли его. Оказывается, курфюрст Фридрих Саксонский и его придворные организовали и инсценировали похищение Лютера, поместив его тайно в замок Вартбург. И самое интересное, что Фридрих был тоже не сегодняшнего дня человек. Он очень прекрасно понимал, что однажды папа может достать до него, и император также. И у народа стали слухи ходить. Некоторые говорили, что Мартина нет в живых. Его просто убили после того суда в Вормсе. Другие же говорили: нет, мы знаем, Фридрих его спрятал где-то. И вот однажды Карл V, император, пригласил к себе саксонского Фридриха и спросил. Он сказал: ты знаешь, где находится Мартин? Но Фридрих до этого сказал своим придворным: увезите его и спрячьте его так, чтобы я не знал об этом. И никто не говорите мне, куда вы спрятали его. И император говорит: я знаю, что ты христианин, что ты Бога боишься. Возьми и поклянись на Библии. И вот Фридрих стоит, взял свою руку на Библию, положил и сказал: пред Богом неба и земли и перед тобой, император, я говорю и клянусь, что я не знаю, где находится Мартин Лютер. И он был чист, и он был прав в этот момент. В течение 2 лет Мартин был в этом замке, и эти 2 года Мартин занимался переводом Библии. Поэтому сегодня существует перевод Библии на немецкий язык. И через 2 года, когда Библия была переведена на немецкий язык, и когда вышло это издание и было распространено по всей стране, то реформацию уже было невозможно остановить. Потому что короли, курфюрсты, они выходили из-под лона католической церкви. Люди начинали понимать, что в основе всего лежит Библия, священная Писание. Спасибо, спасибо, братья мои. Друзья, я хочу вместе с вами остановиться сейчас на 5 принципах, которые провозглашает реформация. 5 принципов, 5 основных принципов реформации. Первое из них – сола скриптура, только Писание. Это очень важно. Итак, Мартин сказал: есть только один источник истины. Есть только одна абсолютная истина. И есть только одна книга, достойная внимания нашего, чтобы оттуда черпать информацию об этой истине, о Боге. Это Священное Писание. Никакие другие предания, никакие другие высказывания людей, умных, святых, талантливых, кем бы они ни были, оставили они след в истории или не особо оставили этот след, кем бы они ни были, они не могут стать на один уровень со Священным Писанием. Только Писание. Второй принцип – соло грация, только благодать Божия. Он говорил о том, что мы не можем своими делами, своими поступками достичь прощения у Господа. Другими словами, он говорил, мы не можем заработать прощение у Господа. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам во 2 главе, что мы спасены благодатью, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.
И Мартин сказал, нам нужно вернуться к благодати. Он благой Бог. Наш Бог не является злым Богом. Он любящий Отец. В Иакова в 1 главе, в 17 стихе написано, что всякое даяние доброе. Обратите ваше внимание на это слово. Доброе даяние. Не злое даяние, не плохое даяние, а доброе даяние исходит свыше. От Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Можете ли вы представить себе отца, который наказывает своего сына, а потом так сильно наказывает, что просто делает его инвалидом, потому что сын уже какой-то раз, очередной, там, пятый, десятый, двадцатый раз не слушает его. Я скажу вам, что это неестественно, это ненормально. Если где-то и были подобные случаи, то это ужасно. Это не образ настоящего отца. Писание говорит, что если мы, будучи злы, Иисус говорит, умеем добрые дары давать детям нашим, даже в состоянии гнева и раздражения к тебе подходит ребенок, и ты в ответ улыбаешься ему сквозь свой гнев и раздражение, и ты тянешься к нему, потому что это твой ребенок, у тебя есть чувство к нему. Иисус говорит, что если вы, будучи злы, добрые дары даете детям вашим, тем более, написано, Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Тем более, намного раз больше, Отец любит тебя и меня. Итак, Мартин говорит, не надо бояться Бога. Не будьте напуганы им. Он недалекий, он не чужой, он не страшный. Он не тот, кто судит и наказывает нас за наши грехи. Он скорее бежит к нам, чтобы простить нас, очистить нас, дать нам другую природу изнутри, освободить нас от грехов наших. Он тянет свои руки к нам. Он любящий Отец. Поэтому он сказал, только благодатью. Только благодатью, благодатью Божией мы спасены. Третий принцип, он сказал, только вера. То есть, другими словами, Мартин говорит, вы не можете спастись, если вы просто приходите в церковь. Если вы ходите в церковь, и вы думаете, что вы будете спасены, потому что вы здесь, вы ошибаетесь. Вам нужно иметь личную веру Иисуса Христа. И Иисуса Христа, как личного Спасителя. Это настолько удивительно. Он приходит и поселяется в наше сердце. Он внутри меня, Духом Святым. Он сказал, что Он никогда не оставит, никогда не покинет меня. Он сказал, что Он всегда будет со мной. В трудную минуту, если я не могу дотянуться до того, чтобы кто-то мне помог, я всегда знаю, что Он со мной. Он помогает, Он поддерживает. Он говорит, я вселюсь в них, я буду ходить в них, я буду их Богом, они будут моим народом. А в Евреям 11.6 написано, что без веры Богу угодить невозможно. Невозможно без веры угодить Богу. Для того, чтобы ты угодил Богу, тебе нужно иметь веру. Знаете, интересно, что наш российский писатель Лесков Николай Семенович однажды сказал такую фразу «Русь была крещена, но не просвещена». То есть обряд выполнили, крестили, все, что нужно, сделали. Внешне все произошло правильно. Сердце не изменилось. В сердце нет ясности, нет света, нет просвещения. Русь была крещена, но не просвещена только верою. Четвертый принцип – только Христос. Солус Христос. Интересно, только Христос. Нет никого между человеком и Богом, кроме Иисуса Христа. Апостол Павел говорит об этом в послании к Тимофею, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек Христос. Иисус, обратите ваше внимание, един посредник. Нет никого другого, кто бы стоял между человеком и Богом, кроме Христа Иисуса. Христос Иисус. И, наконец, пятый постулат, пятый основной принцип реформации. Только Богу слава. Соли Део Глория. Только Богу слава.
То, что Наденька моя говорит, вся слава единому Богу. То, что ты в церкви сейчас, вся слава Богу. То, что Он изменил твое сердце, вся слава Богу. То, что Он освободил тебя от зависимости, вся слава Богу. То, что Он обновил твои отношения в семье, вся слава Богу. То, что Он дал тебе снова чувство, что ты можешь иметь мечту, но теперь уже с Богом, не сам по плоти идти, вся слава Богу. То, что Он забрал эту тяжесть греха и вины, и это угнетение, которое давило, этот страх перед вечностью, перед адом. Вся слава Богу. Никому из людей. Вся слава Господу. Друзья, вот эти 5 основных принципов реформации. Мы есть дети, наследники реформации. Я пропущу огромное количество материала. Понимаю, что время наше очень быстро мчится и летит. Я хочу лишь сказать, что последствия реформации. Есть 6 ярко выраженных последствий реформации. И я хотел бы сказать только последнее. То, что касается меня, очень сильно и мне нравится. Реформация создала фундамент для современного пробуждения. И реформация является основой для всех последующих евангельских движений. Знаете, в нашей стране есть долгая, длинная история евангельских церквей. Был некий полковник Пашков, который основал библейское общество в Санкт-Петербурге. Правда, позже он был сослан царем за границу. Но Пашков заложил фундамент в образование людей. Все это образование было вокруг Библии. И Кирилл и Мефодий переводили или создавали письменность только для того, чтобы народ начал читать Библию. Чтобы люди обратились к Священному Писанию, потому что только Священное Писание может дать нам понимание, кто мы, откуда мы пришли и куда мы идем. И в России, знаете, Лев Николаевич Толстой, известный русский писатель и мыслитель, был отлучен когда-то от Русской Православной Церкви. За что его отлучили? За еретические взгляды. А на самом деле его взгляды были протестные взгляды, протестного толка. Он был внутриевангельским христианином. Он понимал, что Иисус Христос умер за все человечество, и не нужны здесь никакие религиозные надстройки. Каждый может обратиться к Богу, молиться и получать ответ от Господа. Помните, Иосиф Волоцкий у нас здесь когда-то много лет назад сказал такую фразу: «Библию читайте, ереси плодите, нечего народу давать Священное Писание. Нечего, пусть будут такими серыми, не знают ничего». Но против этого выступало огромное количество людей, которые говорили: давайте учиться читать, давайте читать Священное Писание, давайте молиться Богу, давайте иметь отношения личные с Господом, и вы посмотрите, как ваша жизнь изменится. Потому что на самом деле Иисус Христос для каждого человека, не только для священства, не только для клиров, и здесь вот миряне, просто обычные люди. Нет, Иисус Христос для каждого из нас. Я хочу молиться вместе с вами, потому что мы с вами дети, наследники Мартина Лютера. Мы с вами, это уже последующее поколение, живем 500 лет после реформации и пользуемся этим наследием, удивительными плодами Мартина Лютера. Скажу вам, для меня он герой. Были и темные стороны его жизни, особенно в конце дней жизни. И сегодня об этом мы не будем говорить, но я скажу вам, для меня это человек, который посмелился выступить против существующего строя, чтобы вернуться к оригиналу, к Священному Писанию и дать людям возможность иметь отношения с Богом. Я хочу, чтобы ты и я, мы проверили свое сердце, потому что на самом деле Господь смотрит на тебя. И там, где ты живешь, там, где я живу, Он хочет, чтобы мы были такими реформаторами. Нам есть что реформировать, есть в чем выступать, возвращая внимание людей к Священному Писанию. Нам есть куда поворачивать. И этот поворот к Библии, к Иисусу Христу, к славе, которая принадлежит Богу, к благодати и к вере. Только благодать, только вера, только Писание, только Христос, только Богу слава. Вот они, 5 принципов реформации. Давайте встанем сейчас, друзья. И я хочу молиться, чтобы Дух Божий взорвал в нас это страстное желание нести Евангелие. Не стоять на месте. Не просто понимать, что мы наследники реформации Мартина Лютера,
И человечество сегодня, оно другое, мир изменен. Буквально на прошлой неделе я общался с кардиналом римским, и так удивительно, я был прямо в библиотеке, там, где так много книг, и мне было приятно слышать о том, что в Новосибирске в середине октября приедут с Италии, с Ватикана, для того, чтобы праздновать реформацию. Католики спустя 500 лет при нынешнем папе, они отмечают огромнейшее историческое, культурное, духовное значение жизни и трудов Мартина Лютера. Люди повернулись к Богу. Свет пришел в нашу темную, обычную, обыденную жизнь. Мы взяли в руки Священное Писание. Мы стали читать на понятном нам языке. Мы стали задавать вопросы, обращаться к Богу. И мы стали иметь личные отношения с Господом. Разве это не чудесно, друзья? Господи, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Мартина Лютера. Благодарю Тебя, Господь, за то, что произошло тогда, много лет назад. Благодарю Тебя за то, что Ты вывел, Господь, тогда, в Средневековье, народ Германии и всей Европы из тьмы, взял, поднял этого человека с его смелым характером, Господи. Благодарю Тебя, что Ты открыл ему, что праведный верою жив будет, не делами закона, не какими-то усилиями, но только верою. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Мы любим Тебя, Иисус. Мы исповедуем Тебя как Господа и Спасителя. Мы признаем Твое величие и Твою славу. И мы признаем Тебя как Бога, нашего Бога. Не только Бога Авраама, Исаака и Иакова. Не только того Бога, который вывел народ Израиля из рабства и провел по морю, по дну, высушив это море, Господи, не только того Бога, которому поклонялся Давид, которого проповедовали апостолы, Господи, но мы поклоняемся Тебе, нашему Богу, личному Спасителю, Иисусу Христу, потому что у нас есть вера. Мы не просто приходим в церковь, у нас есть вера в Тебя, и у нас есть отношения с Тобою, Господи. Боже, помоги нам двигаться в этом духе реформации, Господь. Помоги нам двигаться верою. Помоги нам уповать на Твою благодать, Господь. Помоги нам, Иисус, идти дальше за Тобой, Иисус. Мы благодарим Тебя за евангельское движение в нашей стране, Иисус. Мы благословляем церкви, мы благословляем все церкви. Мы благодарим Тебя за то, что Ты возвращаешь нас к духу Библии, Господь. Боже, мы жаждем пробуждения. Боже, вот то наследие реформации, которое оставил Мартин после себя, Господь. И вот это основа пробуждения, мы жаждем этого, Господь. Приди, приди на нашу землю, приди в наши семьи, приди к нашим родным и близким, Господь, в наши города и села, в наши поселки, Господи. Ты царь царей и Господь господствующий, Боже. И пробуди еще многих людей, чтобы сердце наше было открыто перед Тобой. Благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса. И весь народ да скажет: аминь. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Он велик. Аллилуйя.